Спонсор показу – компанія «Нова будова». Меня зовут Егор Дудко, мне 13 лет. Мне всегда папа говорил, что голос мой – это дар Бога. Его нужно наносить на благо людям. У меня семья врачей. Мама работает в детской поликлинике. Папа работает кардиохирургом. Мои родители спасают людей. Где-то лет так к 10 я очень хотела стать врачом, но потом у меня планы поменялись, теперь я хочу стать певцом. Медики, они лечат тело, а музыка лечит душу. Я хочу лечить душу. А, ребята, ребята, знаете, что у Димы здесь написано? Не спешить. Мать, ты зайка. Бабулі, дядя, тато, всі тебе підтримують. Давай мерщій на сцену і повертайся з перемогою. Ми тебе тут будемо чекати. Давай. А ми підтримуємо Єгора! Адам. Ламберт. Оу. What do you want from me? Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Yeah, I'm afraid. What do you want from me? What do you want from me? Как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Дудко Егор. Вы мне скажите, пожалуйста, вы сейчас песню пели чью? Pink или Адама Ламберта? Адама Ламберта. Мало кто знает, изначально эта песня Pink. Мне она в ее исполнении даже иногда, ну, наверное, немножко больше нравится. Вот. Поэтому мне просто было интересно у вас спросить, кто вас, ваш источник вдохновения. Я вам просто скажу честно, хотелось немного больше. Потому что мы собрали сейчас безумно сильных участников уже у нас в команде. Тут немножечко хотелось больше уверенности. Но все, что сейчас происходит, это как раз-таки для нее, для уверенности. Она придет. Придет очень быстро, если вы будете продолжать верить в себя, верить в свои песни, в свое исполнение. Спасибо. Спасибо вам большое. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».